У работников лондонского зоопарка напряженная, но довольно веселая неделя. Здесь начался ежегодный учет обитателей. Задача обязательная и прописана в уставе. С крупными животными проблем не возникает. Например, азиатских льва здесь всего 4. С пингвинами Гумбольдта сложнее. Их 91. В этом году родилось еще 6. При подсчете каждого нужно идентифицировать. Чтобы выманить их из воды и удержать на месте, приходится прикармливать. Некоторых посчитать легко. Например, верблюдов позади всего 2. Но есть более юркие существа – рыбы или маленькие животные, живущие колониями. Наши смотрители делают много фотографий, чтобы потом посчитать каждого. На месте это сделать просто невозможно. Цель учета – подвести итоги прошлого года. Кого прибавилось, кого убавилось. Когда речь идет о мелких животных, это не всегда заметно. Кроме того, все данные отображаются в общей базе, к которой есть доступ у остальных зоопарков мира. Так можно лучше координировать работу по сохранению редких видов. По-моему, веселее всего нам с приматами. Сегодня считали беличьих обезьян. Они постоянно носятся от одного дерева к другому, и нельзя просто подсчитать их общее число. Нужно распознать и учесть каждую отдельно, поэтому каждую нужно хорошо знать. Итак, сколько здесь приматов, пока не говорят, а вот африканских земляных улиток – 40. Ну и плохая новость для арахнофобов – мексиканских красноколенных тарантулов – целых 18. В прошлом году в лондонском зоопарке насчитали 19 035 животных.